Рассвет уже скребется в двери, крошась сквозь марлю темноты. В такое время здесь не густо, почти все столики пусты. Из всех напитков в этом баре на вкус и на любой карман остался лишь глоток иллюзий. Да лед, насыпанный в стакан. Охранник пялится мне в спину, глазами стиснув воротник, уйти бы. Но в квартире стены до безобразия тонки. Соседи спят, и мне бы нужно. Вот только мысль в ночи одна. Перебинтовывая душу, пытаться вслух не застонать. По сути, можно по-другому. Все то, что скоплено за год, спустить на дюжину билетов, неважно, поезд, самолет. Но вскоре смотришь на ладони и понимаешь миг спустя, что уходил без чемодана, а все равно унес себя. В итоге думаешь, что лучше, священник, доктор или нож? Сломавшись до последней кости, спасения уже не ждешь. Ведь в мире столько неспасенных с мечтами, тусклыми как дым, а те, кто мог спасти, их мало и предназначены святым. Во мне ж ни святости, ни черта, посредственность, каких полно, что потрошат в ночи подушки, чтобы хватило на крыло. Но, может, не всегда герои, не обязательно с икон, спасают те, кто сам однажды был кем-то вовремя спасен. Стихотворение Дикона.